Глава нашего государства вместе с президентами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана принял участие в торжественном собрании, посвященном 20-летию Астаны. Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с юбилеем главного города страны и подчеркнул особую значимость слов «Казахстан», «независимость» и «Астана» для каждого гражданина республики. Президент поблагодарил всех участников строительства новой столицы Казахстана и жителей всех регионов страны за подарки к юбилею города. Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что благодаря обретению независимости и появлению Астаны Казахстан получил мировое признание. Сегодня Астана играет ключевую роль в модернизации экономики. В условиях 4-й промышленной революции и интеграции Казахстана в глобальное экономическое пространство город динамично присоединяется к глобальному технологическому тренду индустрии 4.0. Валовой региональный продукт города вырос за эти годы в 190 раз и достиг 5 триллионов тенге. В номинальном выражении, а в реальном увеличилось в 5,5 раза. Объем инвестиций за 20 лет составил почти 8 триллионов тенге. В целом, инвестиции государства в развитие столицы окупилось почти 2,5 раза. Поступление в государственный бюджет достиг 1 триллиона тенге и выросло за эти годы в 78 раз. Так что произведенная нами огромная работа, мы создали еще одно богатство для Казахстана, прибавили к его активам целый город, все его основные фонды. По инициативе и благодаря личным усилиям уважаемого Нурсултана Абишевича создан один из самых красивых и комфортных городов мира. Сегодня Астана – это яркий символ нового, динамично развивающегося и независимого Казахстана. Площадка для проведения важных международных встреч, крупных экономический и финансовый центр. Только за последний год здесь успешно проведены грандиозная всемирная выставка «Экспо Астана», саммиты ШОС и ОИС и многие другие мероприятия. В Астане гармонично сочетается современная архитектура, богатая культура и традиции народа Казахстана. Самое главное, в каждом уголке этого удивительного города чувствуется ваша, уважаемый Нурсултан Абишевич, огромная созидательная роль, личный вклад, безграничная любовь к своей стране и народу. Кроме того, глава государства встретился и пообщался с первостроителями столицы. Нурсултан Назарбаев выразил благодарность всем тем, кто принимал участие в становлении и развитии Астаны. Поблагодарил за веру и самоотверженный труд. По словам президента страны, Астана изменилась до неузнаваемости. Как дни молодости, как дни вдохновения, как дни свершения. Мало кто верил, что сегодня столица будет такая. Она вот такая стала. Конечно, всех невозможно было пригласить еще больше таких. Но тех, которых я помню хорошо, пригласил сказать вам спасибо, что я не смог бы это сделать, если не ваш великий труд. Это останется у вас в памяти, в памяти ваших детей, ваших внуков, будете на старости сидеть, рассказывать, я это сделал. Посмотри, посмотри, и это будет правда.